17 ноября, 15.00. Я с утра ошибся, оговорился, сказал, что 11 ноября. Но это я на часы, видимо, глянул, что 11 часов. Так что там ролик правильно записался сегодня. Пришел, домой света не было, но дали его, видимо, часика на 3. Вот сейчас его дали, поэтому быстренько стараюсь сделать все дела. Чуть-чуть погулял, все перестирал. Ничего не сохнет по такой сырости. Сейчас покажу, какие покупки я сделал. Ну, а так у нас все нормально, просто холодно и сыро. Так что всем мира, добра, хорошего вечера. Смотрите мои супер покупки. В доме 12. Хорошо, пока еще не холодно. Экономим. Это вот кинозвезда Чича трепает мои валенки. Сейчас я их надену, потому что на улицу выходить неудобно, их каждый раз снимать. Поэтому бегаю в шлепанцах, но в шлепанцах холодно. А Чича сторожит мои сапоги, потому что очень любит с ними спать в обнимку. Да, Чичундра? Эх, пообедали. Сейчас будем на папке батутиться. Папаня, ложись, мы сейчас тебя будем трамбовать. Вот она, Чичундра. Чуха. Чичуха, дайте чухану. Вот такая. Всем привет, рассказываю новости. Был я на Артема, зашел я в чудо-маркет и в семью. В чудо-маркете те шкуры свиные, которые были по 16,90 с чем-то, то есть 15 гривен, уже 24,90, 25 гривен. То есть уже по цене тонкого нормального сала, а такого сала даже и нет. Я вернулся в семью, там по 27,50, сейчас глянем, вот поскольку, да, 27,50. Куриные шкуры, они на рынке по 25 гривен последний раз были, но я предпочел взять в магазине. Во-первых, там они вроде как и выглядят поприличнее, и мне почему-то кажется, что в магазинах меньше шансов, что обманут на весе. Хотя я никого не виню, и на рынке, думаю, может быть там все правильно, но проверить там трудно. А здесь вот, пожалуйста, вот таких два мешка, свеженькие. Я, кстати, попробую себе приготовить, я как-то пробовал готовить, но они были все волосатые, мне не понравилось. Ну, может, эти как-то на вид неплохие. Сейчас помою кусочек и приготовлю. Ну, а сейчас я включу, вот так поставлю миску такую, обнулится все. Может, мои весы там не сверхточные, но, в принципе, сколько я проверял, нормально все было. Так, здесь у нас вага 4,964. Вот, пожалуйста. Что-то тут 3,250. А здесь 4,94, то есть почти 5 килограмм. Как-то вот. Так, а ну-ка, сейчас еще раз мы уберем. Что-то мне, я уж ничего не говорю, так, вот так оно в минус пошло, а ну, выключить, включить, угу. Я до этого как-то взвешивал при вас, опа-на, опа-на, все начало расползаться, так, сейчас мы, вот это вот, вага, 4,68, так, 4 килограмма 468 грамм, а здесь 3,660. Вот, пожалуйста. Как-то не пойму я что-то. Ого-го. Вот надо будет провести научный эксперимент нам. Так, есть, значит, зафиксируем. 4,470 почти, а здесь 3,625. Так. Я сейчас поставлю на паузу, потому что у меня кулек вот расползся. И соберу это, я так в стороночку отложу. Ну, или при вас сейчас прямо сложу все это. Потому что вдруг скажете, что я тут понадбирал. Вот так вот. Я, кстати, так боялся, что это у меня в магазине все расползется. Последний раз, когда я брал сало, сало брал я в чуде, то я в чуде все как-то по 2,5 килограмма повзвешивал. Так все было компактненько. Здесь у меня по 5 килограмм, еле оно держалось. Ну вот. Уберем сейчас пакет этот весь. И я в чуде, если помните, взвешивал на этих весах и все соответствовало. То есть весы у меня одни, у меня нет вторых других весов. Угу. А тут вот видите, какая разбежность. Прям ничего себе. А ну еще раз. А, ну да, это ж у нас минус 95 грамм. Все правильно, пускай так будет. Так, сейчас я ставлю сразу. Ага, потому что тазик же у нас 195 грамм весит. Ну вот, 4,90. 4,900. И здесь 4,900. Ага, то есть как-то вроде даже. Ой, полтергейст, в общем-то, да. В кульке как-то взвешивалось меньше. Вот 4,900. 4,900 там, ну 60 грамм, ладно, будем считать, что кулек мокрый, накапало воды. А ну сейчас я опять уберу. Я не выключаю видео, может повырезайте кусочки, когда я ложу телефон. Сейчас я вытащу это все, вывалю в раковину. А ну-ка, фух, а то у меня прямо стресс образовался. Думаю, ну что вот делать.
Уже ж не понесешь сказать, смотрите, что вы тут навзвешивали. Ну, хотя, они же не запечатаны никак. Так, ага, стоп. Здесь, ага, это все по нулям, но 195 грамм весит у нас миска. 4468. Я, а ну-ка. Так, если я уберу миску. А, все, я понял. Ну да, с миской по нулям. Вот, все правильно. Угу. С миской по нулям. 4468. 4. В общем, я так вам скажу. Ага, вот. То есть, в общем, на весах оно немножко вот в стороны болтается. Все нормально. Сейчас вот поправлю даже. Все. В общем, будем надеяться, что взвесили точно. Вот такие шкурки. Почти без волос. Я даже думаю, сейчас парочку себе поджарю. Я люблю куриные шкурки на курицах, когда они такие запеченные, румяненькие. Наоборот, обдираю, когда приготовленные. О, прямо может из них пошить себе куртку кожаную. Прямо шкурки. Вот такие. Так что вот на такую сумму, сколько я тут, 250-260 гривен почти купил шкурок. И завтра пойду на 150 гривен, куплю полмешка ячки по 7,50. И как раз в этом месяце мне два было перевода от добрых людей. Спасибо вам большое за помощь. Как раз вот это вот собачкам будет на еду. Так что ни копейки на себя не потрачу. Спасибо вам за помощь. Да, еще такая новость. В Чудо-маркете возвращают прилавки. Все там возвращают. Потому что, когда я последний раз ехал на троллейбусе, и, может быть, помните, я рассказал, что там был прилет прямо по парковке. Люди пострадали. И после этого, это был последний день, когда ездили троллейбусы. И после этого Чудо-маркет как-то эвакуировался в том плане, что, ну, до этого там все прилавки было, это столько товаров было, а там они позабивали окна, поубирали прилавки, минимизировали ассортимент, все это стояло на таких строительных поддонах накрытых, не помню уже, чем накрытых, а сейчас возвращают прилавки, собирают, такое движение там прямо, в общем, жизнь налаживается, ну, дай бог. Так что всем хорошего дня, вот такой маленький отчет о моем суперприобретении. По дождю прогулялся, намок, ну, ничего, зато счастливый, собаки теперь мои будут довольны, ух, жирненько все будет, вкусненько.